четверг, 18 октября, главы Молдовы и Турции в сопровождении супруга и делегации обеих стран посетили Гагаузскую автономию. Гостей радужно встречали жители региона и его глава Ирина Влах. Хош гельденіз Гагаузія, лінія ацвініт, туз гекмей. По приезду стороны провели беседу в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, а также представителей Исполнительного комитета и Народного собрания автономии, и обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются местные жители. В своем заявлении для прессы президент Игорь Дадон отметил позитивную роль Турции в урегулировании кризисной ситуации, которая возникла в начале 90-х годов вокруг Гагаузской автономии. Впервые за последние 20 лет президент дружественной нам стране стратегического партнера, президент Турции, здесь, в Камрате. Все вы знаете, что без Турции не было бы Гагаузии. В начале 90-х, буквально 24 года назад, благодаря тому, что Турецкая Республика, турецкий президент приехал сюда, мы смогли создать вместе с вами эту автономию, автономию этого региона. В сопровождении первых леди главы двух стран приняли участие в церемониях открытия социально значимых объектов, построенных либо реконструированных при содействии турецких партнеров, Дома культуры и лечебно-диагностического медицинского центра при Камратской районной больнице.